Мы сегодня устанавливаем одно из элементов нашего проекта «Билибинские мотивы руками детей». Художник Билибин иллюстрировал русские сказки и, в первую очередь, загадку, которую вы сегодня можете видеть. Это рак, и он устанавливается на набережной Плусинки. Мы делали это с помощью детей и подростков, учеников Лесобирской школы-интерната. Я ученик Лесобирской школы-интернат. Мы ставим панно Ивана Яковлевича Билибина. Иван Яковлевич Билибин – это русский художник, книжный иллюстратор. А в честь него построен музей у нас в Ивангороде, куда очень обязательно хочу сходить. А мы готовили вот это панно где-то неделю. А мы сначала делали плитки, потом их обжигали, потом красили их в белый цвет, потом распечатывали саму картину и обводили ее, то есть переводили ее на плитки и затем разукрашивали. Сейчас мы ставим панно Ивана Яковлевича. Я делал плитку из глины. Мы раскатывали пласт, и специальным инструментом мы делали плитки. Потом они высыхали, мы их заглаживали и клали в печь, чтобы их обжечь. Это настоящая керамическая плитка высокого температурного обжига. Температуры 1000 градусов.